Привет, дорогие друзья! Новый выпуск по роялю. Наконец-то ввели что-то новенькое в игру. Это новое испытание с тройным эликсиром. То есть оно будет удваиваться, потом будет тройной эликсир. В общем, оно интересное, прикольное, но призы недостаточно такие сильные. Поэтому я не думаю, что я буду записывать отдельный ролик. Хотя, возможно, запишу, если вы хотите. Напишите в комментариях, записывать про эти испытания видео или не надо. Ну и самое интересное, это вот этот особый сундук мега-рыцаря. На самом деле, ребят, я думал, он будет намного дешевле, потому что сливы инфы были, и, по-моему, вот этот супермагический сундук должен стоить целых 2000 гемов. Вот это было бы круто, я бы реально задонатил много гемов и все 4 сундука открыл бы. А так, 4900 и просто увеличен шанс, то, что выпадет мега-рыцарь, ну, знаете, такое себе. Я бы его не открывал, ребят, у меня на балансе не слишком много гемов, я бы лучше их слил на испытания. Но ради видео, ради вас, вот из-за того, что у меня есть канал, мне приходится это делать на видео, записывать об этом отдельный ролик. Ребят, я надеюсь, вы меня лайком поддержите за то, что я трачу целых 5000 гемов. Я бы мог этих мега-рыцарей купить бы в магазине намного больше, чем сейчас открою за этот сундук. Но, ребят, только ради вас. Пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк и включите... Нажмите на колокольчик, точнее, чтобы вам приходили уведомления о каждом новом ролике, потому что если вы поставите здесь много лайков, я задоначу еще и открою все сундуки, которые здесь есть. Ну что, я готов тратить 4900 гемов. Ух ты, блин, так жалко. Ну, все, поехали. Надеюсь, мне выпадет этот мега-рыцарь, хотя он мне не сильно нужен. Мне надо, ребята, ракета, фаербол, хок. Вот, мне надо рарки, вы представляете, мне не надо мега-рыцарь, мне нужны рарки. Ну все, только ради видео. Поехали. Итак, 6600 золота, валькирия, таран, пока рарки не очень, колдун вообще мне не нужен, инферно, да блин, ну что ж такое, а? Вообще рарки говно выпали. Да, будет легендарочка, но какая будет, это сейчас мы узнаем. Ну давайте, лишь бы мега-рыцарь, потому что ну ради него это все гемы доначат. Да, ребятки, выпал мега-рыцарь, отлично, эксклюзивчик, круто, он у меня теперь на второй уровень. Эксклюзив. Смешно, блин. Ну, зато выпал мега-рыцарь, да. Ну, это не стоит 4900 золота, серьезно. Давайте посмотрим. Да, я могу его теперь на второй уровень не улучшить, но второй уровень так себе. Вот если бы он был третий, тогда я бы с ним играл. Ребят, ставь лайк, если хочешь колоду с мега-рыцарями. Я пойму, если вот много лайков набирается, я пойму, что надо вам колоду с мега-рыцарями. Я что-нибудь придумаю, запишу что-нибудь интересное. Так, я понимаю, что мы сейчас можем пойти пофаниться в дружеских поединках, да? Ребят, заходите в мой клан, кстати, у меня сейчас два места, но мы постоянно кикаем неактивных, поэтому за активом следим, обязательно заходите, 4300 прием, холдик элит, хэштег на экранах. Давайте возьмем вот такую вот колоду и пойдем пофанимся в дружеском поединке. Потому что с арбалетом и спамом что-то мне не заходит. Так. То есть, как обычно, да, сначала идет x1, потом по правилам x2 идет. А вот на последней минуте у нас врубается x3. Вроде бы так. Ну, давайте проверим. Так, сплит-лучниц. Давайте громоверса выбросим. Сборщик мне недоступен. Так. Блин, а мне в эту колоду не хватает шахтера. Я сейчас шахтера возьму. Гоблины такое. Надо шахтер. Так. Давайте мега-рыцаря выбросим. Бамс. Хорошо. Отлично. Так. Зап. Я не знаю, там мега-рыцарь бы и так их уничтожил. Ага, по вышке урон прошел. Найс. Так, он потратил много юнитов, чтобы задефать моего мега-рыцаря, поэтому я думаю, что по эликсиру я в плюсе. Давайте поставим сборщик. Ну, я не знаю, испытание, мне кажется, такое будет. Ну, чисто интересное, но ажиотажа вокруг него не будет. И я думаю, что ролик пилить по этому испытанию вообще смысла нету. Так, бандитку. Гоблинов, чтобы разошлись. Ага, значит, успел выбросить банду. Ну, давайте здесь громоверца. Тут зап. Угу, не успел. Ладно, пропускаем урон, ничего страшного. Я не понимаю, зачем он... А, ну, наверное, это же не испытание, это просто дружеский бой. Может, он с мортирой в глобале играл, а сейчас принял дружеский бой. Окей, ставим сборщик, нам там ничего не грозит. В принципе, сейчас ракета может быть, да. Ну, у нас еще один стоит сборщик, поэтому... Мы в любом случае в плюсе. Так, сейчас будет удвоенный эликсир. Потом, я так понимаю, на овертайме x3 или как? Вообще, ребята, объясните мне. Потому что я читал, что там, по-моему, x1. Потом через минуту x2 и через минуту x3. Вроде бы так я читал. Могу ошибаться, не знаю.
Гоблины, вот так вот разделяем гоблинов. Отлично, все, Пека вышел. Так, тут у нас громовержец. Оп, хорошо. Так, вот этот бугай. Темный принц. Темный рыцарь, темный принц. Тут у нас яд. Ну, нет, это так и не контрит, конечно, мою колоду. Тут я на изи его заберу. Давайте бандитку сейчас еще подкинем на трешечку. А нет, смотрите, задефался. А нет, не задефался. Но теперь ему вообще невозможно поставить будет мортиру, потому что открытая область, я здесь могу выбросить сразу же пеку и тем самым мортиру сразу же задефать. Да, остается 25 секунд, я не вижу тройного эликсира. Это ли он сейчас идет? Давайте здесь пеку. Да нет, это, по-моему, x2. По-моему, это x2, если я не ошибаюсь. Давайте здесь мега рыцаря. Так, я хочу еще поиграть. Я не увидел x3. Ребят, напишите в комментариях, в чем прикол. Или это x3 эликсир? Я просто не понял прикола. Серьезно. Окей, давайте еще один бой сходим. Посмотрим. Так. Дима, возьми какую-то другую колоду. Так, Алекс хочет вступить в клан. Ну, давайте принимаем Алекса и погнали в дружеский бой. Кто еще со мной хочет дружеский бой? Поехали. Так, о, Дан. Дан 200... 2002. Кей. Или К. Давайте ставим сборщик. Я, по-моему, знаю, чем играет Дан. Сейчас он мне напомнит. А, големом он играет. Големом плюс яд. Окей. А нет, он изменил колоду. Слушайте, а он не на сборщик шахтера выбросил. Очень, кстати, странно. Очень странно. И, блин, мне надо... Я забыл взять шахтера вместо гоблинов. Так. Плохо, конечно, что мой сборщик продамажили. Ну, давайте гоблинов сольем. Пускай он какую-то карту сольет. Да еще одного сборщика прокрутимся. Так. Ох, а что мне делать? Давайте зап. Зап. Окей, тогда мы здесь пеку выставляем. И... Ну, он просто до этого играл против... до этого играл он с големом. Сейчас он играет с гигантом. Я думаю, сборщик поставить или что-то подкинуть к этому, к пеке. Мне кажется, если он задефает это все, то я тогда буду в глубоком... Ну, вы поняли, да? Давайте яд. Ой, хороший яд. Хорошо, что я не подкинул рыцаря. Давайте здесь поставим сборщик. И, по идее, должен пойти шахтер. И плюс яд. Или просто яд. Нет, просто шахтер идет, мы его ловим гоблинами. Ему придется еще докидывать яд. Нет, он запает, но все равно сборщик он не уничтожит. И я останусь в плюсе. Он больше потратил эликсира, чтобы задефать мой сборщик. Я получу, естественно, по-моему, на одну каплю больше. В общем, ладно, не суть. Сейчас все вы увидите. Давайте здесь бандитку выбросим. Так, мне бы дождаться, конечно, его атаки и перейти в контр. Поэтому я пеку поставлю за бандиткой. Вот, дождусь его юнита. Вот гигант. Бандитка отлично наносит урон. Тут у нас громовержец. Так, у него орда миньонов. Орда миньонов. Мне бы выбросить вот здесь яд. Было бы идеально, отлично. Так, тут мы сделаем вот так вот зап. Хорошо, всех миньонов уничтожили уже, отлично. Он еще подбрасывает, ему мало. Я вот думаю, поставить сборщик. Я поставлю еще один сборщик. Это ведь дружеский бой, это ведь фан. И тут x3, по идее, должен быть. Поэтому я поставлю еще один сборщик. Так. Ну что, мы как бы тут на изи выигрываем, да? Давайте еще раз пеку. Тут словим шахтера гоблинами. Отлично, отлично. Так. Давайте еще громовержца подкинем. Может, еще один сборщик по фану? Не, не буду, не буду. Давайте сейчас законтрим миньонов его и выбросим мега рыцаря. Все. Осталось кинуть яд и победа. Но это было изи. Это было изи. Не знаю, просто до этого я с арбалетом и спамом пытался. Вообще дичь получилась. Но спам не тащит. Все. Победа на трешечку. Я, конечно, не понял прикола. Наверное, вот это в конце был x3. Не знаю, но испытания поиграю. Если пройду, если вам понравится, то запишу видео. Такой вот получился фан. Слушайте, ну, я хоть мега рыцаря вытащил супер магического. Конечно, из рарок мне ничего не выпало стоящего.
зато Мега Рыцарь на второй уровень. Ребят, если хотите, чтобы я все открыл сундуки, то на этом ролике надо прям много лайков набрать. И я задоначу и открою все сундучки. На этом буду прощаться. Спасибо за подписку, спасибо за лайк, за просмотр. Желаю вам удачи, хорошего настроения. Ждите, сегодня еще будет видосик по этому сундучку, поэтому обязательно подписывайтесь. На этом буду прощаться, ребятки. До новых встреч, ну и всем пока.